Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня начало седьмой кошмарки. 6-10 мы прошли. Будем стараться двигаться дальше. 6-10, конечно, сложноватое за счет демонов. Но мы дошли до седьмой, и на седьмой мы сейчас постараемся зафармить с магией по максимуму, потому что ну, 6-10 на ней останавливаться бессмысленно, на 3 звезды фармить 7-10, как по мне, нашим составам даст легче. В общем, поехали. 7-1. Здесь, как обычно, печалька, куча тотемов, куча юнитов. Ну, в основном все здесь разгоняются на хранителе. У нас в принципе, без магии мы ее не пройдем, потому что здесь и Ронины, здесь и малышеники, которые нас будут просто убивать фактически с одной тычки. Поэтому без магии тут уже, к сожалению, никак. Такс. Ну что, поехали, попробуем старым способом, стартанем с тыковки. Заморозили всех. Получили разгончик. И вуаля, 7-1. Единственное, там ронины. Мы их не всегда будем убивать. Но 7-1 без проблем мы зафармили на 2 звезды даже. Вот так вот. Там еще даже герои живы, но ронины их сольют. Ну, тут надо попасть в кулдаун. То есть можно попробовать. Этим мы займемся позже. Так, окей, 7-1 зафармлено. Поехали дальше. Кошмарка 7-2. Тоже веселая такая кошмарка. Здесь надо обращать внимание вот на тотемы. Вот эти. И стартуем тоже отсюда. Тут уже побольше стана. Тут еще можно. Вот замедление сработало, отлично. Смотрите, как ледяха замораживает всех. И, в принципе, тыковку... Ай-яй-яй, тыковку слили. Нифига себе, посмотрите, что это 3 тонн делает. Ну, добейте. Просто один герой может вынести всю пачку сразу. Если мы его не добьем. Вот, видите, что делает стан. Так, а слона? Слона у меня нету, да, получается. Да, слона нету. Так, надо убрать, наверное, отсюда снайпера. Тридцать два процента. Ну, интересно, интересно. В принципе, они дамажат немного магические башни. Может быть, ледяха сможет затащить. Самое главное, чтобы бочка не пошла дальше и Дракос просто не слил их. Урона, в принципе, хватает. Ледяха и ледяной это еще та тема. Он чисто будет бить по башням. То есть, в принципе, шансы у нас есть. Но тут уже надо ставить железную волю на героев, потому что железкой они не будут так станется, плюс не будет забора энергии. Ой-ой-ой. Вот видите то, о чем я говорил. Дракос нам сейчас все испортит, скорее всего. 44%. Ну, снайпер, наверное, скорее всего, весь бой таки будет стоять. Поэтому вариантов особо много нет. 47. Хотя можем, в принципе, попробовать юнитами атаковать на магические башни. Это не стрелковые. Стрелковые проще разбить. Магическая имеет много целей. Вряд ли мы ее полностью всю зацепим. Сейчас видите, мы даже там урона толком не нанесли. Сорок восемь. Блин, сейчас подойдет ближе, драка загрится, скорее всего. 15 секунд. Думаю, без вариантов. 7-6. Ну вот,
Вот что значит магические башни и нету защиты от стан. Это уже проблема. На шестых это было мало, скажем так, проблемно, но здесь уже это... Печалька. Так, окей, пробуем еще разок. Не получилось у нас с первого раза. Понятно, пробуем сюда поставить кого-то другого с гарнизона. Можно даже шамана поставить. Он будет у нас повеселее. Так, на него мы закинем. Мы на него закинем. В принципе, можно было любого питомца взять на башенке. А, так, 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 так. Той на тыковке. Давайте попробуем дрог. Такой вот вариант. Ну, я без железки сейчас бегаю. Без железки, я думаю, мы зафармим с первого раза ее. Так как они станется не будут. Ну и плюс у нас еще нету смотрителя. Смотритель бы нам очень помог. Ну и магия не докачана. В общем, куча всего. Поехали, разогнались. Чуть-чуть за... И сразу же кинули заморозку. Все, замедлили всех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас вольта, если не снесут, не нормально все. Ну, второй заход уже поудачнее. Тыковка не слилась. Посмотрите, как ледяха заморозил их. Просто жесть. Так, там фея сейчас может нас зафиячить. Не, нормально, тыква жива. В принципе, нормально сейчас будет разгон. Но медузка еще есть. Вот медузка нас обезвредила всех. Ну, тыковка, я думаю, тут самосолу даже не затащит. Хотя, в принципе, если мы будем с пиромагом, если пиромаг нормально будет дамажить... Пиромах на тыкву не только топовый. И все-таки снесли. Ну, 64% это уже неплохой результат. Вся эту кошмарочку мы прошли. Вот у кого нету Анубиса там с без доната, попробуйте, если есть, конечно, возможность, качните тритона. Тритон намного веселее, намного удобней. Так, вот это вот веселая подземка. Здесь куча тотемов. 7. Поэтому она у нас по счету. Тут можно разные варианты использовать. Я немножко неправильно магию сейчас выкину. Вся надежда на то, что... Не. Так не получится. Здесь много малышей ников и много тотемов. Плюс много дебаферов. Сейчас попробуем снизу проходить ее. Это тоже одна из таких сложных подземок. 7-3. Раньше над ней очень мучились. В принципе, и сейчас многие мучаются. Видите, да, что делается. Тут самое главное еще быстренько включить. Вот смотрите. Мало у меня заморозки, я просто не успел разогнаться. Либо скорее всего, на этом. На хранителя, на отражалке мы убились. У нас метель не максимальная, поэтому она очень быстро проходит. Ну, еще главное не попасть под кулдаун малыша Ника. Либо Ронины. Ну, сейчас нормально разогнались. Смотрите, вот на тени разогнались и, в принципе, все. Вся подземка. Единственное, тотемы могут нас убить. Ну, в принципе, без проблем, даже на 3 звезды должны зафармить, по идее. Хотя все может быть тут, станущие башни. Ну, у нас есть ледяха с ледяным, с льдышкой. В принципе, льдышка для подземок, именно для седьмой подземки, она очень хороша.
То есть тут основное, что надо делать, это зависать на тени Хрона. На ней можно сразу же получить разгон. Но единственное, сразу обезвреживаете тотемы, которые понаружи стоят. То есть выкидываете ангела, выкидываете ускорение, а потом замораживаете, чтобы Хрон не включился. И, в принципе, как видите, без проблем. 7-3 даже на 3 звезды мы зафармили. Вот так вот. Так, вот это вот тоже довольно-таки веселая подземка. Тут несколько тотемов есть. Надо сразу же обезвреживать. Тыковка этот. Ну, тут такой же вариант. Единственный. Попробовать разогнаться. Тут тоже тень Хрона подбегает. Очень много дебафферов. Но это сложная для нас подземка будет. Потому что здесь юниты все стоят кучно. И надо успевать. Но к ней мы дойдем уже в следующем видосе. В общем, вот так вот гарнизон тащит. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Трешечка гарнизоном. Всем удачи, всем пока.